хорош, ты там педали ему крутишь. Иду на гон слева, гон. Слева на гон идут. Справа? Слева? Бля, чудик. Да, колеса. У нас колеса поломаны. Должно быть, сейчас кто-то заберу. Сейчас сделаем. Там же запаска должна быть. Там одна запаска. А где скрип? По правой стороне там просто эти самые должны были быть. Дома, поэтому я и бежал. Поехали. А мы все сюда влезем? Да, сзади. Да, ну садитесь. Только мы на чем их вывозить-то будем? О, подтёк кто-то. Ладно. О, что такое? Это я кольцо меняю. А что там случилось? Ну типа, ты в нас перепал в автобус. Он отскочил? Он прям в нас улетел. Молодец, поменял. Сейчас я колесо выгружу еще одно, ты не сказал. Колесо на УАЗе. Сейчас на УАЗике колесо буду заменить. Сейчас в автобус улетит. Давай меняй. Работа, работя. Давайте. Может, на мы автобус, на... Давайте... Да, на автобус поставим вместительно. На автобусе там больше влезет. А Кунза ты жив? С УАЗика колеса можете сменить и скинуть в автобус на дополнительный носитель. Я думаю, они поставят. А то тут какое-то пятно какое-то кровь. Нет, не нет, не. Это мне в зуб дали просто. Меняю. Кстати, на продвинутый это очень долго по факту. Не опасно. Не, по-моему, у нас косухи слишком жирно. Здесь ПМ максимум у нас должны быть. Они этот самый, они без броников, без ничего, поэтому они... Я и говорю. Ну, слушай, в реале-то они так-то и ходят. Вот найди мне военного, который без вооружения ходит, там, когда они с военкоматом... Ну, с пистолетами там, не знаю. Бэшками какими-то. У нас, типа, приходит, у нас приходит представитель военкомата и два полицейских с ксюхами. Поэтому... Я, по крайней мере, у нас видео с КСУ, только охрана этого... Денег. Деньги возят. А, инкотат возят, да. Да, на разборке приезжали с этим, с кедром. Иди, у нас со скорпионами ходят. Мусора. Так, могу сказать сразу, один ПМ-ыч они не нашли. Собирайся. Ты его нашел? Нет, я его подбирать не буду, а то они потом его от меня подберут. Открывайте всякие гаражи. О, вижу, гаражи открыты. Смотрите всякие гаражи, не могут в гаражах спокойно быть. Да они многоэтажки могут сесть. Могут и многоэтажки сесть, значит, многоэтажки надо зачищать, бегать. Паша, пошли со мной. Пошли. Опа, вижу одного с оружием. Бежит на улице. Где-то больница. Бутылки собирают. Возле больницы бежит? С пистолетом, да, бежал. Понял, сейчас он где-то возле меня тут будет тогда. Он многоэтажку забегает, судя по всему. Как вы думаете, один, предупредительный? Один... Может предупредительный, но я думаю, тебе в ответку прилетит. Она у тебя с вайфа бутылки собирать может? Не знаю. Ну, смотря какая... какой сервер. Стеклотаров. Mm-hmm. Так, у них кто-то тут ранен был, я вижу, тут уже лежат бинты. Это, опа, вижу, вижу, вижу одного, в трубах на меня бежит. Призывник. Стоять, полиция! Стоять! Оружие брось! Не попал. Оружие на землю. Догоняй, догоняй его! На перерез, на перерез! Стой! В воздух стреляй, давай! Давай, догоняй его, алло! За ним срочно! Какой-то дерзкий призывник попался. Что это? А кто меня сейчас бахнул? Или это с многоэтажки там чувак с ИДом? Сверху с крыши. А, нормально. Ну... Данте, что за мудак миску делал? Я, во-первых, сначала упал с крыши, блядь, потом я заполз.
Я начал искать бинты и из воздуха материализовал винтовку Морси на себе. Вот. А я думал это самое, стоять на краю крыши, и когда ко мне кто-то подойдет с криками, что либо в Вальгалу, либо в Канаду, сигануть с этой крыши, блядь. Ну, Антоха, ну, акулу мы поймали, акула вообще там. А он без сразу в дисбату едет. Такой, блядь, у него белый билет. За ним четыре этих самых военных бегал. А вы так прикольно бегали, как муравьи, но вас сверху смотрю, как на кретину. Если тряслись, да, я бы его от всех троих завалил бы там. Да видел, блин, вообще... Антоха там сдается без ствола. Не, ну по факту тут нормально, просто этот самый. Я вот думаю, это самое. Шеврон рыбохраны это работает, а то я глушение рыбы почти это самое, почти сделал. Пафи, страхи, я не помню, как они. Они работают как идентификация, они вешаются просто на персонажа, но потом они, по-моему, слабее. Если ты чё, опоздал, ты убил. А чё, нельзя, что ли? Я эту собаку не очень люблю. За чё? Так блин, я ещё думал. А чё у меня плавает этот спектатор в. Такое ощущение, как будто кто-то еще управляет. Не знаю, бывает у меня, кстати, такое. Там единственный Гонза остался. Мне нравится Бисмут этот самый, он типа помощи просит, пацаны. Хелп. Акула, кстати, с тазера так нормально два раза в рыло получил. А сейчас Гонзи на этаж выйдет. Он мне в руку попал, я ему в ногу попал. В тело. Тупо бандосы всякие. Блин, какую я красивую форму сделал, ну серьезно, сам не похвалишь, никто не похвалит. Я чисто иду, короче, за площадкой смотрю, ствола нету, смотрю, какое-то тело выходит из кустов на меня. Давай, да вали ты их всех, вали. Так я думал, стрянуть ему в ногу, чтобы он упал без сознанка, думаю, а вдруг я его сейчас сбокну. Он куешет. Чех. А как спектатор включается? А он думает, что это свои, лол. Издалека похоже. Он запомнил, что это не свои. Что тут не так, да? А вы гранату нашли? А там граната была? Ну да. А, ну там Украина еще там без гранаты. Под лавочку залети. Я понял, да, типа можно и так накить. А можно как-то утили сделать, типа, разобрать калашмат, чтобы он типа пропадал? Своего валит отсюда! Ну по сути можно сделать скрипт. Типа знаешь, ты берешь, разбираешь калаш, достаешь там боевую часть и все, боёк. Он что, не на рации? Своего застреливает? Не знаю. Я не помню, по-моему, можно снимать магазины с калашей. Подбираешь, снимаешь магазин и всё. Ну, можно просто магазин натырить, типа калаш это поставлять. Сейчас акула поднимется, короче, к Гонзо. И Гонзо его добьёт. Просто минус один призывник. А чё это, кстати, смотрите, у него от глаза такая фигня, первый раз такое вижу. А как они план по призывам выполнили? У кого? У Гонзы? Не-не-не, у акулы, который вот поднимался. Вот акулы взгляд. Взяли, а он белобилетчик. Вот на него да, посмотри. Да, это конъюнктивит. Нет, так типа в бисах нету такие структуры, я не знаю, откуда эта фигня появилась. Еще раз, конъюнктивит. Как я вас, ментов поганых. Как я стизер, а? Как, вот так. Рукочками. Кстати, вот это бус все построено, это вот в реале нет. Ну что? Просто парень любит полицию. Я же оружие, кстати, убрал. Почему Гонзо убил меня? А ты руками помахал ему? А он ничего не нашел, что ли? Блудер без ствола бегает. Он БДСМ кепочка такая, у него полис. Блудер вообще вначале прятался под этим машиной. Да рубай, да. Да, рубай. Военкомат план не выполнил, срочники не сдали. Ну, да. Какое текстовое поле, опознан, что-то мне написал. Без мус крыши упал раньше времени. Я говорю, когда акула говорит, что убил двоих, я говорю, белый билет не работает. Собирали призывников, началась гражданская война. Бывает. Это такая посал была, я начал сдаваться на крыше, и к вам чел зашел сбоку. Да, я подхожу сбоку, минус два. Так если бы этот самый, если бы Бисмута видел раньше, я забыл, что на многоэтажку надо глянуть, я только по бинтам увидел. Я, да не... Кто-то стоит и говорит, там стоит. Кто выиграл? Да, типа один к одному остались, вы там долго просто уже друг друга искали, ну так.